Инструмент. Молодец, Пиппи. Хакстюарт Продакшн представляет Норман Уэздом в фильме «Мистер Питкин в больнице». В фильме снимались Эдвард Чепмен, Жанет Стир, Джерри Десмонд и другие актеры. Сценарий Джека Дэвиса и Нормана Уэздома. Композитор Филипп Грин. Продюсер Хак Стюарт. Режиссер Роберт Эшер. И больше, мистер Гримнелл. Не волнуйся, Питкин, тут больше костей, чем мяса. А. Ну вот, миссис Катфорд, самая лучшая телятина. С вас 15 шиллингов, 5 пенсов. Разбой, Питкин, вот что это такое. Сколько раз тебе нужно повторять, что мы не можем кормить всех собак в нашей округе? Там больше костей, чем мяса, мистер Грин. Если ко мне в лавку явится хоть одна собака, я сам ею займусь. Он, видно, хочет провернуть ее на фарш. Вы что, считаете, что мистер Гримзел кладет в котлеты для вкуса собачье мясо, да? Эй, мистер Гримзел! Покажите-ка ему золотые часы с цепочкой. Они мне подарены ассоциацией мясников и продавцов битой дичи и птицы. Премия за... Премия за качество и чистоту. Это моя самая большая ценность, миссис Катфорд. О, да, конечно. До свидания. Спасибо, Питкин. Следующий, пожалуйста. Мне фунт картофеля, две банки сардин и полтонны угля.
А гвоздей не надо? Мистер Гримзел, сколько на ваших золотых? Ровно час, Питкин. Так я и думал. Пора закрывать. Ой, что вы делаете? Оставьте шутки. Он может выстрелить. А? Чего ты, Пит? Брось валять дурака. Эй, ты! Отойди в сторону. Вот женщины. Часы, часы спрячьте. Скорей. Как же у меня руки заняты. Откройте рот. Пусть там полежат пока. Чепочка. Я их проглотил. Ах ты, убийца! Стой! Не с места! Не с места! Полиция! Стой! На помощь! Полицию! Вызывай скорую помощь! Слушаюсь, мистер Гримзайл. Что ж делать? Что ж делать, а? Алло, скорая, высылайте карету и поскорей. Мне уже скорая не нужна, Питкин. А мистеру Гримзайлу нужна. И очень срочно. Лавка Гримзайла на Хай-стрит. Да, мясная. Продажа птицы и дичи. О, не могут дослушать до конца. Мистер Гримзайл, мистер Гримзайл, вы еще живы, да? Это мои последние секундочки тикают, Питкин. Да-да, и даже мне слышно. Когда же, наконец, твоя скорая приедет? Сейчас приедет. Сейчас, мистер Гримзайл. Уже подъезжает, мистер Гримзайл. Мистер, еще немного подержитесь. Не умирайте, прошу вас. Мистер Гримзайл, они уже здесь. Скорей! Он, кажется, кончается уже! Носилки нужны? Ну, еще бы, конечно! Мистер Гримзел проглотил свои золотые часы! Цепочкой! Нервная работа.
А его уж нет. Я не в том смысле. Нам еще не хватает 20 тысяч фунтов лентакли. Если проверка пройдет хорошо, то леди Бринкли непременно подпишет нам чек на большую сумму. Что вы приехали? Как вы поживаете? Очень хорошо, только мистер Гримсел проглотил свои золотые часы. Леди Бринкли. О, сэр Гектор. Одну минуту. Сюда, прошу вас. Прежде чем начать осмотр, разрешите преподнести вам цветы. Ах, как они прелестные. Ну что ж, начнем? Да, пожалуйста. Сестра, как вы считаете, когда же его наконец? Не волнуйтесь, все свое время. Как только освободится санитар, его отвезут в хирургическое отделение. Сестра, я так страдаю вместе с ним. Висел. Ну как вы, мистер Гримсдейл? Кончаюсь, должно быть, Питкин. Уже? Слышу, как ангелы поют. А я что-то не слышу. Я к ним ближе, чем ты, Питкин. Крепи, мистер Гримсдейл, я сейчас сам найду санитара! Санитар! Где санитар? Санитар! Соблюдайте тишину. Прошу вас. Санитар! Я сам вас отвезу, мистер Гримсдейл! Полный вперед! Э? Хорошо идем, а? Дороги! А, так я и знал! Вы что, ослепли, дьяволы? Мы не жалеем сил, только бы наши больные быстрее выздоравливали. Эй, берегись! Остановись, экстренный случай! Thank you.
волнуйтесь, мистер Гримсдейл. Небольшая задержка, но я вас скоро доставлю в травматологическое отделение. О, моя дорогая леди Бринхи, что с вами случилось? Это ужасный ужас. Ну, я просто в отчаянии. Ну, что же нам делать? Сестра, позаботьтесь о леди Бринхи. Подберите все цветочки, у меня спешное дело, извините меня. Леди Бринхи, сумочка. Санитар, идите сюда! Кто это? Выясните, немедленно его разыщите, я с ним разделаюсь. О, моя дорогая леди Бринхи, ну что нам мне делать, чтобы вы простили меня? Извините, не желаете нас ради бога. Нет, я бы хотела. Вызовите мою машину. Машину к подъезду. Мой, но может быть завтра. Нет, совершенно невозможно. Это была большая честь для нас. Ну хорошо, потом увидим. Благодарю вас, леди Бринхи. Вы так добры. Могу ли я остаться при нем? Нет, хирург сказал, что вы его отвлекаете. Но вы не волнуйтесь, мистер Питкин, это очень простой случай, не бойтесь. А сейчас пока подождите вон там. И если будут новости, я вам скажу. Благодарю вас, сестра. Мистер Гримсдейл. Часы уже здесь. Да как же им удалось это? Отлично. Не может быть. Так ведь это же... Черт. О, мистер Гримсдейл. Должно быть, это было вам очень неудобно. Не говори, Питкин. Уверяю тебя, это было более чем неудобно. Я не знаю, как вы считаете, но я полагаю, что вы были на пороге смерти, мистер Гримсдейл. На самом пороге, Питкин. Это просто чудо. Просто чудо. Да, просто чудо, Питкин. Просто чудо? Просто чудо. Чудо просто. А сколько вы еще здесь пробудете? О, много месяцев. Положение очень серьезное. Жизнь пока под угрозой. Целый месяц придется лежать неподвижно. А уж потом, что доктор скажет? Доктор сказал, что вас завтра можно выписать, мистер Гримсдейл. Простите, сейчас ему надо отдохнуть. Питкин, возьми мои часы. О, вы мне их дарите, мистер Гримсдейл. И запри их в сейф. Сделаю, мистер Гримсдейл. Положитесь на меня, мистер Гримсдейл. А можно мне их будет немного поносить, а? Мистер Гримсдейл, вы уже задремали? Счастье, что леди Принкли согласилась осчастливить нас своим присутствием. Но уж последите, чтобы на этот раз ничего не случилось. Ты что делаешь? Полегче не можешь? А как вы добры, что приехали. О, простите, разрешите мне. Леди! Я должен просить у вас прощения за это небольшое беспокойство. Пожалуйста, не волнуйтесь. Надеюсь, вы не ушиблись? Сейчас же убирается. Прошу вас, леди Бринхи. Она очаровательна. Мистер Гримсдейл, да вы замечательно выглядите. Да я и чувствую себя замечательно. Это же просто чудо. Просто чудо. Просто чудо, совершенное медициной ради спасения страждущего человечества. О, как вы сказали, а? Что я сказал? Ну вот, насчет страждущего. Как вы сейчас выразились? Ради спасения страждущего человечества.
Вот что мы с тобой сделаем, Питкин. За мое чудесное спасение мы пойдем и выразим им свою признательность. Как это хорошо ради спасения страждущего человечества. Этого не сами придумали. Вас осенило. Это ведь голос свыше. Ты прав, Питкин, и мы воздадим им должное. Идем быстро. Ну так как же с этим, мистер Гримза? С чем, с чем? С голосом свыше. О, я ведь знаю, как вы разделываете туши. Вы насквозь видите каждую косточку. Вы сами должны стать хирургом. Да, возможно, хирургом. И, может быть, даже самым лучшим в мире. Ну, не надо преувеличивать, Питкин. Но. Может быть, я был бы и не самый лучший в мире. Ну, что? Ну, ладно, я иду одеваться, а ты договорись с начальством о дне и часе, когда нас будут зачислять студенты. Нас? Думаете, меня тоже? Разумеется. У хирурга должен быть свой ассистент. Да-да, конечно. Надо ведь кому-нибудь ножи точить, кровь подтирать на полу и все прочее. Ай, какая гадость. Ай-яй-яй. Мужская хирургическая. О, сестра, извините меня. Я бы хотел договориться о дне и часе, когда... Сегодня в 6 у входа в общежитие. О, что вы, нет, я вовсе не о том, вы меня не так поняли. Я хотел... А, нет, вы меня не проведете. Все вы мужчины одинаковые. Подождите! Вы что здесь флиртуете? Может быть, вы вместе с другими студентами займетесь изучением стоматологии? Стоматологии? Да-да, именно этим мне теперь и хотелось бы заняться. Ну что ж, прошу вас, идемте дальше. Как ваша фамилия, я забыл? Питкин, сэр. Так вот что, Питкин. Вы должны взять себя в руки и не слишком приставать к женщинам. Скорее, леди и джентльмены. Приготовьте инструменты. Вызывайте больных. Чья очередь? Входите. Послушайте. Старик Креншоу не любит, когда студенты путаются с бабами. Так уж ты будь от них подальше. А, ну, конечно. Ввиду того, что вы женщина, да еще красивая, садитесь лучше в другое кресло. И не подумаю. Придется уйти, барышня. Старик Креншоу не любит этого, понимаете? Я не уже любит. Здесь давно сижу. Целый час. Ах так, выкидывайтесь. Вам не удастся втянуть меня в неприятности. А вы что, совсем с ума сошли? Слушайте, мисс, я не собираюсь отсюда вылетать. Оставьте. Раз уж меня приняли, выходите отсюда. Вылетайтесь. Как вы смеете? Я прошу вас по-хорошему. Вылетайтесь. Как вы смеете? Вылетайтесь. Как вы смеете? Питкин, вы сумасшедший. Вы сексуальный маньяк. Бенсон, Бенсон, займитесь этой леди, прошу вас. Мистер Креншоу, сэр Гектор просит вас зайти к нему. Да, 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 сейчас иду. Ради бога, простите нас. Питкин. Предоставляю вам последнюю возможность. Идите к тому креслу. Thank you.
что, новенький у нас? Первый раз сегодня. Давай вернем его на место. Делайте все, что я буду делать. Пожалуйста, пополощите рот, а потом выплюньте. Этот болит? Ой. Открыть рот. Сними ногу. Сними ногу с педали. А теперь вытаскивай. Зуб тащи. Отделение. Смею утверждать, самые лучшие в Европе. У нас новейшее оборудование и особенно удобные кресла. Все это восхитительно. Благодарю вас. Не мешай. Больно было, нет? Первый раз в жизни спокойно сажусь в кресло зубного врача. Ну как? Не больно, нет? Нет. Что? Опять вы? Это вы! О, лорд Гектор! А я-то вас ищу всюду-всюду! Вы знаете, нам с мистером Гримсдалом голос свыше повелел быть всегда с вон вами. Отсюда! А? Сейчас же убирайся из больницы, и чтоб духу твоего здесь не было! Марш! Запрещаете? Марш! Но я помогал страждущему человечеству! О, и чтоб я тебя здесь больше не видел! Гоните его! А? Гоните!
Здравствуй, Джон. Здравствуй. Как тебя зовут? Не хочешь мне сказать? Ну что ж, я и так знаю. Ты Линди. Линди Уокер. Но я хотел это от тебя услышать. Ей, по-моему, ничуть не лучше. Нет, я думаю, даже хуже. Она ни разу не улыбнулась, не заговорила и ни к чему не проявляет интереса. Она все еще в состоянии шока. Остается только ждать. Только ждать, и мы ничего не можем сделать? Простите, доктор. Ничего, сестра. Другого лечения нет. Когда при аварии самолета Линди потеряла и мать, и отца, у нее пропал интерес к жизни. Но что же можно сделать? Внимательно следить за ней и надеяться, что к ней, наконец, вернется желание жить. Так вот оно что. Смешно вышло. Ну, вот здорово, что ты меня не выдал. Спасибо тебе. Я очень доволен. Знаешь, я подумал, может быть, я тебе понравился. А выходит, ты только потому, что ты неразговорчивый. Ну, мне пора уходить. Линди. Меня зовут мистер Питкин. Я хочу пожелать тебе спокойной ночи, Линди. Но я не знаю, как мне быть. Ты все время молчишь, и мне приходится разговаривать одному. Я хочу тебя поцеловать, Линди. И если ты не умеешь говорить, ты не сможешь мне сказать «нет». Ну, что, ты позволишь, а? Вот только нос мешает. Может, оторвать его, а? Теперь мы друзья, верно? Только мне пора идти. Время подошло. Вот, видишь? Благодарю вас, мистер Питкин. За что? Может быть, вы не заметили, но вы совершили сейчас удивительную вещь. Я? Мы должны вас благодарить. Ах, что вы, что вы? Ну что вы, мне ничего не надо. Мы с мистером Гримсдейлом все это делаем за даром. В общем, голос свыше. Это мистер Гримсдейл услышал этот голос. Знаете, ох, и здорово он умеет орудовать ножами. Я не поняла, простите. Он в душе хирург. Но вы придете еще к Линде, навестите ее. Вы думаете, можно? Мне дадут пропуск? Конечно, можно. Вы спросите сестру Хескел. Сестру Хескел? Обещаете прийти? О, да, обещаю. Конечно, обещаю. Мистер Питкин, ваши часы? О, да. Да-да. И я заберу их в следующий раз. Хорошо, мы позаботимся о них.
Прощай, Бринглей. Мы его непременно разыщем. Спокойно, будем... но вы нас простите, Рогана. Леди Бринглей. Спасибо, сестра. Да. Ну, вот и я, Питкин. Идемте, мистер Гримс, а скорее. Не торопи, Питкин, не торопи, у нас много времени. Постой, я ничего не забыл в палате. А ты мои часы положил в сейф? В общем, да, я положил их в сейф. Питкин, где мои часы, отвечаю? Видите, здесь есть девочка в детской палате, у нее никого нет, она сирота. И ты позволил ребенку играть золотыми часами? Сейчас же подите, пронесите мои часы. Не могу, директор меня выгнал из больницы, раз и навсегда. Как? Но вы не огорчайтесь, я условился с сестрой Хэскел, она мне разрешит посещение. Она разрешит, а где он? Где директор? Я должен сказать 2-3 слова этому директору. Да-да, и тогда я смогу сдержать свое обещание и зайти к Линде. А, и, кстати, вернуть мои часы. Он, по-моему, плохо настроен, мистер Гримзайн. Небольшое пожертвование приведет его в чувство. Денежки сами за себя говорят. Не можете перечь. Слушайте, сэр директор, что тут у вас происходит? Раз и навсегда сказано, чтобы ноги ваши не было здесь в больнице. Кажется, ясно? Нет, сэр, не ясно. Сестра Хескел разрешит ему пройти в детское отделение, когда он захочет. Что? Она разрешит? Это мы еще посмотрим. О, мистер Гримзайл, не доставляйте ей столько неприятностей. В детское отделение прошу. Пошлите ко мне сейчас же сестру Хескел. Мистер Гримзайл, пожертвование, помните? Денежки сами за себя. Да. Сестра Хэскел, кто вам дал право самовольно разрешать посещение? Подождите, сестра. Мне хочется объяснить вам, как это вышло. Сестра, сию же минуту в палату. Вон отсюда и поживей. А все ты виноват. Теперь нас обоих выгнали. Прошу меня простить, мистер Гримзайл. Ничего, Питкин, найдем какой-нибудь способ пройти в больницу, и ты сдержишь свое обещание и навестишь Линди. А вы получите свои часы. О. Идея. Санитарная бригада святого Джона, Джона, понятно? Да. Мистер Гримзайл! Мистер Гримзайл! На этом мы заканчиваем теоретическую часть по курсу первой помощи. Есть вопросы? Простите, сэр. Сэр. Да? А когда мы получим форму, сэр? Не дать ли вам пока мою? О, благодарю вас.
Садитесь. Вы получите форму, когда сдадите экзамены, как и другие джентльмены. И ни в коем случае не раньше. Сейчас мы с вами проведем пробную демонстрацию по оказанию скорой помощи. Для этого нам понадобится доброволец-пациент. Ваше имя? Питкин. Пойдите, Питкин, сюда поближе. Итак, представьте себе, что Питкин, к несчастью, упал с балкона 10-го этажа. Он сломал обе ноги и обе руки. У него повреждение черепа, перелом ребер и таза, да еще его лошадь легнула в лицо. Железной подковой. Если вам это нравится. А теперь, пожалуйста, ложитесь и изобразите повреждение, которое я вам назвал. У меня сломаны ноги! Изобразите все это на столе, а не на полу. Я хочу, чтобы все это видели. И перестаньте орать, вы же без сознания. Значит так, я хочу вам напомнить о том, что первая помощь должна быть оказана своевременно. Тогда жизнь больного будет спасена. Значит, в случае множественных переломов быстрота является спасительным фактором. Ну вот что, вы, Уилкинс и Джонс, будете накладывать шины. А вы, Редман и Браун, готовьте бинты, берите их у Стюарта. Теперь вы должны подойти к больному. Нет, нет, подождите. Так, так, так. Что вы делаете? Быстрее, поторапливайтесь. Ай, секунду! Быстрее, еще быстрее. Возьмите кто-нибудь трубку. Несчастный случай, сэр. А что там? Потасовка на футболе, сэр. Судья несправедливо присудил пенальти, а зрители очень обозлились. Все понятно. Звоните, вызывайте машины и сажайте в них всех, кого можно. Для новеньких это будет хорошей практикой. Чего вы смотрите? Быстрее, быстро. Будет в отчаянии, что не видел этой суматохи.
Почему он не в кровати? Наверное, это новый больной. Очень беспокоен. Надо бы его успокоить. Потом отвезете его в операционную. Когда столько повреждений, не поймешь, куда и колоть. Начинайте считать. Да это так, я считайте. Здоров. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, одиннадцать, пять. Повторите. Пять. 10. Начнете снимать повязки через 20 минут. Хорошо, доктор. Нет, нет, теперь не шевелитесь. Как это с вами случилось? Ах, это было ужасно. Я все кругом ехал. Кругом. Кругом. Не волнуйтесь. У нас больницы вас вылечат. Это было бы хорошо. Но меня из вашей больницы выгнали навсегда. А как же вы здесь очутились? Да, я прям в окно. В окно? Как, в карете? Да-да, на карете. На скорой помощи. Но на самом верху. Вы шутите? Да, я здоров, и ничего у меня не сломано, сестра. Конечно, конечно. Извините меня, пожалуйста, я только на одну минуточку и быстренько вернусь. Ой. Доктор Медуза, пожалуйста. Алло, доктор, это сестра Раткин говорит. Этот больной 6-й палаты, он сейчас пришел в себя. Но он рассказывает непонятные вещи. Я думаю, вам надо прийти, доктор. Сестра, сделайте, пожалуйста. Больной сбежал, доктор. Что вы сказали? Счастлива, что освободилась. Из травматологического отделения сбежал больной. И даже очень опасный, он кажется, того. А вы сейчас заступаете на дежурство или уже закончили? Кто я? Я заступаю. Целые сутки мучиться. Я вам так сочувствую. Да, вы знаете, так-то. А у меня сейчас свидание с доктором Мейзен. Он восхитителен. Голубые глаза и машина в цвет. Мило, как вы считаете? И время на прическу не тратишь, и все-таки разнообразие. У вас есть такой? У кого? У меня? Да, у меня пока еще такого нет. Ну, надо навести новую мордашку. Ну, новую мордашку, да. Будьте душенькой, дайте мне полотенце. Вы меня слышите? Возьмите! Давайте, я здесь! Благодарю вас! Что тут у вас происходит? Сэр Гектор, а
один из наших больных стал буйным. И в припадке помешательства бегает по больнице. Именно сейчас это должно было случиться. Сестра во всяком случае постарается его держать подальше от холла. Я там даю интервью представителям прессы. Здравствуй, Линди. Линди, hello. Это ведь я, Линди. Ты не узнаешь меня? Сестра. Сестра. Видите ли, я не хочу вас обманывать и крутить вам мозги, но меня готовили к операции. Я надел это, чтобы удрать. Так значит, больной, который сбежал, это вы? Должно быть так. Простите, я глупо выгляжу, но у меня не было другой возможности навестить Линди. Да вы не извиняйтесь. Линди в восторге от вас. Верно. Дети чувствуют, кто к ним хорошо относится и любит их. Ну, а взрослые, как вы считаете, они тоже чувствуют? Я думаю, что вам здесь оставаться не стоит. Помните, что произошло последний раз? А не могу я увидеть Линди на минутку? Вам что, делать нечего? Сестра, это ведь не ваша палата. Видите ли, мне, но я... Что же вы здесь делаете тогда? Ах, я, понимаете, тут... Она забежала из мужской палаты. Я... Забежала сюда на минуточку. Мне надо было взять тут... Я забыла, как называется. Вы что, новенькая у нас? Да. Я новенькая, совсем новенькая. Значит, условно. Я... Ну что вы, что вы. Конечно, если поймают, могут дать условно. Какая-то странная. Сестра! Что случилось? Что вы? Хотите? Не понимаю, я вас не слышу. Да? Угу. Говорите. Сестра! Кровать номер 5.
А я-то думал, два яйца в смятку, хлеб с маслом и кофе. Явитесь ко мне в кабинет сию же минуту. Сэр, нельзя ли вызвать сестру, чтобы мы могли сфотографировать ее вместе с вами? Женское личико привлечет внимание читателя. Я с вами согласен, но, к сожалению, все сестры заняты. О, сестра! Одну минутку, дорогая. Я хотел бы вас сфотографировать с сэром Гектором. Меня? Да, я, конечно, не смею отказаться. Hello, сэр. Hello. Вот так хорошо. Оставьте, пожалуйста, мою руку в покое. Еще раз, пожалуйста. Подождите, подождите. Вот. Что с вами, дорогая? Он меня двинул. Шш, не устраивайте сцену. А зачем вы меня ударили? Ну, простите меня. И еще один снимочек, но уже в машине. Еще. А, только я за рулем, я за рулем. Куда? Куда? Подождите, подождите. И вообще мне уже, пожалуй, пора. Ну, мне так хочется. Мало ли что тебе хочется. Ну, а вы мне не устраиваете сцену. Так, простите, одну минуточку. Можно вас повернуть сюда? Так, положим нога на ногу. Юбочку чуть повыше. Вот так, хорошо. Сейчас будем снимать. Ну, чего вы смотрите? Нехорошо. Так, прелестно. Благодарю вас, дорогая. А сейчас бы еще разок, сэр Гектор. Ну, последний раз. Мне бы хотелось немного повернуть машину. Я вас попрошу, дорогая, отъехать чуть-чуть подальше. Но ведь я не умею, я не умею. Выезжайте быстрее, чего вы ждете? Я не умею водить! Едьте. Она не умеет. Тогда отпустите тормоз, а мы вас подтолкнем. Ручку на себя! Остановитесь! Не мешайте, не мешайте! Скорее поворачивайте! Помогите! Остановитесь! За руль! Ой, как обидно. Бедная я девочка. Вы дура, самая настоящая идиотка. Это вы? А? Если я тебя еще раз увижу около больницы, я сам лично вышвырну тебя вон. И будь спокоен, теперь это я уже сделаю. Ух, если я тебя сейчас пойму. Ах, если я тебя поймаю. Убирайся. Вон! Но это же случилось не по твоей вине. Ну да, я же говорил, что не умею водить. Да, но они, наверное, обвиняют тебя. Никакого значения не имеет честность человека. Да, я понимаю, но я обещал Линде вернуться. Теперь ты сможешь вернуться туда только как пациент. А как мне заболеть? Я не против, если у меня будет болезнь. Заболеешь, Питкин. Есть хорошая идея. Какая идея? Полезай в холодильник. В холодильник? Но там же холодно. Побудешь там часок и заболеешь двухсторонним воспалением легких. Мистер Гримсдейл, я бы мог залезть туда на полчаса и заболеть односторонним воспалением легких. Не порти бочку меда ложкой дегтя. И помни, девочка не поправится без тебя. Эми, который час? 3 часа, мистер Гримсдейл. Скажите мне, когда будет ровно 4.
надо, Линди. Мистер Питкин к тебе приходил, но ты спала, девочка. Он же приходил. И опять придет. Мистер Гримсдейл, о, вы просили, чтобы я сказала, когда будет ровно 4. Да. Но у меня часы остановились. А вы их заведите. Который теперь час? 5. 5? Значит, он там просидел 2 часа. Звоните доктору и скажите, чтобы он приехал немедленно. Питкин, вам пора. О. Добрый день, доктор. Здравствуйте. Хорошо, что вы пришли. У вас ничего серьезного, надеюсь. Я приехал, как только смог. И давно он так висит? Около часа. Да, простите, я сейчас. Я вам его сюда подам. Кажется, он оттаял как следует. Разрешите вам помочь? Так. Берите его за ноги. Прекрасно. Так, хорошо. Двустороннее воспаление легких. Переоденьтесь во что-нибудь сухое, а то еще насморк схватите. Прощайте, джентльмены. Я вас, кажется, подвел. Мог бы со мной посчитаться. Ты видел со своей стороны. Я все сделал, чтобы ты попал в больницу. Да разве я не понимаю, мистер Гримсдейл? Но как мне увидеть Линди? У меня очевидный иммунитет от всех болезней. Единственный путь для ребят попасть в больницу — это несчастный случай. Но оперировать себя я не позволю. Не надо, Питкин, так трусить. Они же режут под наркозом. Да ну. Ну, что ты скажешь, дружок? М? И все будет позади. Надо только броситься вот так, посреди дороги. Не задавил бы меня насмерть, мистер Гривзел. А ты не волнуйся по пустякам, Питкин. Смотри, идет славная и вполне надежная машина. О, какая старая калоша. Ну, мистер Гривзел. Нам с тобой выбирать не приходится. Ну, хоть подтолкните. Ты что ж, хочешь впутать меня в неприятности? Тебе ведь остается только закрыть глаза, сосчитать до 3, и тогда сразу ныряй. Ну, будь что будет. 3, 2, 1, старт! Дьявол, я из-за тебя чуть весь груз не сбросил. Вставай! Ты что, правил уличного движения не знаешь? Питкин. Нет, мистер Гримсдейл, только нет, конечно, не это. Не это. Но у меня явилась идейка. Какая? Очень славная. Сейчас узнаешь. Я шел на риск и немало и стараюсь, чтобы тебя ранили. А ведь самый легкий способ, друг мой, оказаться в больнице, это привести больного, а вовсе не быть больным. Значит, нам нужен только больной. Конечно. И еще форма санитара. И форма. Но на тебя положиться нельзя. Ты губишь мои лучшие идеи. Сколько раз мне повторять тебе, а? Единственный путь достать нам форму – это выдержать все нужные экзамены в санитарной бригаде Святого Джона. Ну так вот, если нам нужен только больной и форма, мистер Гримсдейл, то у меня тоже появилась идея. Манекены в витрине. Чего ты с ним церемонишься? Как его смелей! На пол! О! Приканчивай! Эй! Бросай его! Стой! Знаешь что? Плюнем на скорую. Я знаю короткую дорогу. Осторожней! Thank you.
пройдите. Извините, пожалуйста, сестра. Что случилось? Меня беспокоит Линди. Нервничает, и температура у нее высокая. Я сейчас позвоню доктору Дэвису. Да ей не доктор, нужен, а мистер Питкин. Послушайте, сестра, этот вопрос не подлежит обсуждению. Прошу прощения, но... Сэр Гектор не велел его сюда пускать, и разговор окончен. Что тут происходит? Ничего, сэр Гектор. Простите, пожалуйста. Сестра, вы можете идти. Сэр Гектор, пожалуйста, пересмотрите свое решение об изгнании мистера Питкина из больницы. Я не подумаю, ни в коем случае. Но посещение мистера Питкина, несомненно, полезно Линди. Чепуха! Он нам доставил ему неприятности. Я его даже на километр не подпущу к своей больнице. Спасибо, ребят, что доставили. Я живу как раз напротив. Ну, чего ты так расстраиваешься, Питкин? Я тебя протащу как-нибудь. Да я сам пройду. Я сюда, когда хочешь, пройду. В этой форме мне ничего не страшно. Да ведь тебе вход запрещен. Ты бы подождал немного. У меня обязательно явится идея. У вас обязательно явится идея. Вы все думаете, как бы часы с цепочкой вернуть. А я очень горжусь своими часами. Да заткнись своими часами, черт подери. Как ты смеешь так со мной разговаривать? Ты еще пока служишь у меня. Мне сказать, служил. Вот она идея. Только верь мне, Питкин, ну, поверь мне еще хоть раз. Ну, ладно. Вот видишь, солнечный бал, его будут передавать по телевидению. Тебе остается только встать перед камерой и помахать зрителям ручкой. И Линди увидит тебя на экране. Ну, ты же видел, как все это делают. Вот так, так, так. А как мы туда пройдем? Это же бал санитарной бригады Святого Джона. А на нас с тобой надета форма бригады Святого Джона. Их форма. А как Линди узнает, что я выступаю по телевидению? Пошлешь ей записку с цветочками. Мистер Питкин прислал. О! Это цветы для Линди. Благодарю. Линди, мистер Питкин прислал тебе цветы. Видишь, он не забыл тебя. Здесь и записка. Я вам могу быть полезен. Простите. Нет, нет, все в порядке. Мы тут по долгу службы. Если обморок у кого или еще что, например, перепьются или поколотят кто кого, ну, сами понимаете. А ну, вон отсюда. То есть как? По какому же вы это праву? Вон она, телекамера, мистер Гримзел, вон там, видите? Как бы нам туда пролезть? Погоди, Питкин, я передумал, забудем всю эту историю. Слишком рискованно. Что вы, Линди смотрит передачу, она должна меня увидеть. Стой, Питкин, слушай. О, простите, но мне от чего-то вдруг голова разболелась. Ах, вы бедняжка. Я сейчас прошу у кого-нибудь таблетку аспирина. А, прекрасно. Тогда делай, как знаешь. Да, сделаю. Я пройду к камере. Извините меня. Пожалуйста. Thank you.
Здравствуйте, дорогие зрители. Добро пожаловать в отель Арлингтон, где будет дан благотворительный бал в пользу детского приюта «Солнечный свет». Прежде всего, я считаю своим приятным долгом познакомить вас с нашей гостьей, оказавшей нам такую честь своим присутствием, с очаровательнейшей и столь щедрой леди Бринклей. Сейчас поздно смотреть передачу. А мне надо ее посмотреть. Нет, тебе пора уже в постельку, Нэдди. Пожалуйста, сестра. Леди и джентльмены, среди других номеров разнообразной программы вы увидите выступление нашего замечательного любительского оркестра бригады Святого Джона. Я вам хочу сказать, что каждый музыкант этого превосходного оркестра старался овладеть техникой и мастерством исполнения с тем же энтузиазмом, с каким они отдают себя служению страждущим. Душа и горит благородным стремлением к милосердию. Леди и джентльмены, ай, дьявол, милосердию. Все в порядке, Мэри? Да, все хорошо. Кроме того, что я застала Линди у телевизора. Еле уговорила ее уйти. Теперь она спит. Линди опять сбежала, но я знаю, где ее искать. Но ведь она... Дорогие леди и джентльмены, я очень прошу вас освободить середину зала. Благодарю вас. Питкин, ты слишком далеко заходишь. Давай сматываться. Поздновато гулять такой маленькой леди. А мне надо увидеть мистера Питкина в Арлингтон-отеле. Какое совпадение. И мы туда едем. Может быть, тебя подвезти? Эта юная леди хочет видеть некого мистера Питкина. Линди! Девочка, тебе нельзя быть здесь. Да я хочу видеть мистера Питкина. Я знаю, что он здесь, и хочу видеть его. Уже поздно, Линди. Пожалуйста. Ведите ее наверх, на балкон, мисс. Там вас никто не увидит. Ну, бежим. Барабанщики в центр! Шагом марш! Thank you.
Одну минуточку. Простите, пожалуйста, я вам помогу. У вас же нет никаких забот. Ну что же вы не смеетесь? Это ж так весело, когда дети болеют. Вам никого не жаль. Вы только о себе думаете. Что будем делать, дорогая? Ой, я знаю кое-что интересное, дорогой. В отеле Арлингтон сегодня танцуют. И знаешь, не просто танцуют, а с благотворительной целью. Хотят построить приют для сирот и детей бедняков. А разве для этого надо танцевать, леди джентльмены? Ну ладно. Может быть, я сделал что-нибудь не так. Но если бы вы раньше догадались дать деньги, то не пришлось бы устраивать такое веселье. Небольшой помощи могло бы хватить, чтобы послать к морю и дать немного радости таким детям, как Линди. Но вы же не привыкли помогать! Вы умеете только развлекаться! Ну что ж, продолжайте! Веселитесь! Танцуйте! Только не ваш браслет. А мне его не жаль. И ваше ожерелье, о, дорогая, как вы добры. Ну, что ужасно вы. Милая. Это такая щедрость, прям не знаю, что сказать. Мы с вами обязаны найти этого человека. Он просто великолепен. Леди Бринкли, я его разыщу немедленно. Ну-ну, не принимай это так близко к сердцу. Ты сделал все, что мог. Мистер Питкин! О, Линди, Линди. Раз вы ко мне не пришли, я сама к вам пришла. Я поправилась, мистер Питкин. Верно, Линди? Она поправилась и скоро уедет от нас. Это благодаря вам. Так вы думаете, что мне не понадобится проникать к вам в больницу? Нет. Питкин! О! Прощай, Линди! Питкин! У меня для вас приятная новость. Сэр Гектор разрешил вам принять посетителя. Линди!
я принесла. Вам больно? О, нет, нет, нет. Но вы не могли бы мне эту ногу немного повыше поднять? Я могу это сделать. Папа! Часиками!